Здравствуйте. Я с Луганщины. Вы знаете, вот эта автономия крымская, татарская, это современный аналог Крымского ханства. Вы знаете, Крым — это европейская земля. Он никак не может быть родиной для тюркского азиатского народа. Это нонсенс. Я помню, рядовые татары роптали на Меджлис, потому что деньги бешеные Турция давала, раскрадались Меджлисом эти деньги. Земли деребанились. В общем, не такие они белые и пушистые, как нам тут хотят рассказать. Я хочу сказать, что Украина – это страна унитарная, согласно Конституции. И менять ее под кого-то не давно, никому, никаким министерством. Поэтому вот это заигрывание. Нет у нас друзей вообще, а наши споконвичні вороги – это поляки, россияне и татары. Вибачте, ну так склалося. Ну, если честно, мне немножко... странно слышать такой подход, да, то есть, в общем-то, крымские татары – это народ, который живет рядом с нами на нашей территории, и они есть, и они как бы, ну, то есть, имеют определенные права, и говорить о том, что они наши враги, ну, хорошо, но чего мы этим добьемся? Ну, то есть, на мой взгляд, это не конструктивный подход, да.